Добрый день, друзья! На площадке форума «Крылья будущего 2019» мы приветствуем нашего спикера Жанар Жайлауа, директора по продажам и маркетингу лоукост авиакомпании Flyer Istan. Жанар, здравствуйте! Большое спасибо, что вы согласились ответить на наши вопросы. И первый вопрос у меня такой. 1 ноября исполнится полгода с начала операционной деятельности авиакомпании Flyer Istan. Какие итоги вы считаете важными случились за этот период и с какими сложностями вы столкнулись? Спасибо, Артём. Очень хороший вопрос. Да, 6 месяцев прошло, время быстро полетело, но 6 месяцев для авиакомпании достаточно такой очень маленький срок, чтобы делать какие-то большие глобальные выводы. Но есть какие-то же выводы, итоги, которые мы можем озвучить сейчас. Первое, что мы видим, мы как новая модель бизнеса, вообще как новый продукт на рынке Казахстана. И как стартап были свои трудности в плане адаптации этого продукта, в плане образования нашего потребителя, да, что это совсем новая модель, что лоукост предлагает только базовые потребности, такие как ручная кладь и билет, все остальное пассажиру приходится докупать за дополнительную плату. Были свои нюансы и моменты вот именно в принятии этого нового продукта. Что касается индустрии как в целом, как лоукост, что, какие изменения мы здесь сделали и видим, какие трудности у нас там есть. Первое, что это, можно сказать, аэропорты, так как мы друг без друга жить не можем, и наш успех зависит от того, как мы с ними сотрудничаем. И в этом отношении мы ведем большую работу с государством, чтобы были какие-то программы, которые позволяли бы развитию лоукоста, потому что лоукост – это массовые перевозки. Под массовыми перевозками что мы говорим? Да? Если брать просто среднюю загрузку авиакомпании в Казахстане, она меньше, чем даже среднюю Аята, да? Это там 65-75. В нашем случае наша загрузка, она 95-97%. То есть мы, когда, допустим, выходим на переговоры с аэропортами, первое, что мы говорим, это вот, что объем будет совершенно другой, мы должны быть какие-то другие условия. И в этом плане аэропорты, они достаточно регулируемые. И мы ведем работу, то есть вот в этом отношении, чтобы регулируемые услуги были по-другому, значит, применялись к тем, кто больше объема приносит в те же аэропорты, так скажем, да. Это вот первая, значит, такая, можно сказать, область, где мы работаем. Еще мы, значит, работаем в области развития региональных маршрутов. Вот мы как лоукост, задача поднять авиаперевозки и дать народу летать по низким ценам. А что мы видим? Что для того, чтобы развить, допустим, региональные перевозки, да, это сложно же, это же новый маршрут, на нем никто не летал. Заставить кого-то летать, это же все математика, экономика, да? Рейса. И от этого все зависит. И в этом отношении мы тоже хотим поступить, мы видим, как это в России. У вас, например, НДС авиаперевозчики не платят на региональных маршрутах. В облет Москвы у вас нет налога. Да. В этом отношении у нас такого нет в Казахстане. И мы ведем такую же работу, чтобы авиаперевозчикам сняли такое, знаете, налогообложение, чтобы НДСа не было, для того, чтобы развить. И вот получается, две зоны такие, два таких больших вопроса, которые стоят перед лоукостером. А что касается, Жанар, технологии работы самих региональных аэропортов, насколько она соответствует вашим ожиданиям? Приходится ли вам обучать, проводить аудит аэропортовых служб, чтобы они соответствовали вашим требованиям, например, в части времени разворота? Наверняка вы предъявляете такие требования, потому что для лоукостера важно время налета на воздушное судно. Или пока вы к таким вопросам производственным не подходите? Нет, почему? Очень хороший вопрос. Первое, что мы, когда выходим на переговоры и вообще объясняем, что такое лоукост, это оборачиваемость борта 30 минут. Да? И в этом отношении я бы хотела сказать, что мы думали, что будет хуже, но на самом деле не так все плохо в этой части. Мы даже можем похвастаться, в регионах мы оборачивали борты и за 19 минут, и за 26 минут было такое, знаете. Есть тоже своя образовательная функция, но в этом отношении аэропорты идут навстречу.
делают как бы все возможное, да, чтобы развернуть борт. Потому что у нас специфика своя, что мы делаем посадку с двух сторон, да, то есть с задней двери и с передней двери. Нам не нужны телескопические трапы, потому что это все удорожание. Мы просим, чтобы нам давали самую близкую стоянку к терминалу, чтобы пассажир просто прошел пешком. Да. В отличие от европейских рынков, где лоукост развит, у нас нету второстепенных аэропортов, и это, конечно, своего рода тоже причина, почему вообще лоукост не может развиваться так быстро. Но имея, что мы имеем, то есть мы пытаемся как-то вот найти золотую середину с аэропортами, как я сказала. И в оперативном плане, то есть аэропорты стараются понять, как должен работать лоукост. Были свои нюансы, то есть мы объясняли им, нам нужно это. И в ходе переговоров понимание проявляется. Жанар, я знаю, что вы работали в Air Astana, да, до этого формально? Да, я выходец, как говорится, компании Air Astana, работала там последние 13-14 лет уже. Угу. Сейчас я уже как год в компании Air Astana. То есть у меня просто отсюда вытекает вопрос, требования к сотрудникам Air Astana и требования к сотрудникам Flyer Astana, они чем-то отличаются? По требованиям, я имею в виду, к подходам к работе с клиентами. То есть нужно ли дополнительное какое-то обучение именно для работников Flyer Astana? Я не говорю про пилотов, а, наверное, про проводников, про тех людей, которые занимаются там маркетингом и так далее. Ну, основа маркетинга остаются те, так скажем, да, у нас просто меняется сегментация рынка. А вот я бы добавила тут про, значит, бортпроводников. А в отличие от Air Astana, бортпроводники во Flyer Astana занимаются и уборкой самолета, и также они продают питание на борту. В Air Astana уборкой самолета занимается отдельная служба, и там, значит, они не продают питание, то есть оно не за дополнительную плату. В этом отношении нам пришлось обучать свой персонал бортпроводников, то есть прям, ну, управлять кассовыми операциями, да, то есть иметь дело с наличностью, с кассой на борту, уметь продавать. Это были абсолютно новые навыки, которые мы в Air Astana даже не требовали, как вы знаете. Что касается административного персонала, да, лоукост, в отличие, ну, может, от full-service перевозчиков, дисциплина к расходам, она железная. Ну, пример приведу, допустим, как мы относимся к тому, чтобы функции были работа включала в себя многофункциональность. Это сокращает персонал. Например, приведу пример, в отличие от нас и других компаний. У нас есть контакт-центр. Сотрудники контакт-центра одновременно являются сотрудниками наземной службы. То есть, значит, мы и один день он работает в контакт-центре, второй день он работает в аэропорту. Это одна служба. И один и тот же департамент, значит, он как бы выполняет эту функцию. А в других авиакомпаниях это две разные службы, нанимают, ну, то есть это чуть-чуть больше персонала. В нашем отношении это вот один департамент это делает. Жанна, расскажите, пожалуйста, а в чем цель как бы проекта Flyer Astana? То есть какие показатели там? Вам важно, чтобы был пассажиропоток определенный, или для вас важна там экономика проекта? То есть что вы ставите все-таки во главу угла? В чем как бы философия и идея самого проекта? Или он чисто социальный, чтобы люди больше летали? Идея проекта, вы знаете, это Ельбасы поручил, чтобы была такая возможность у казахстанцев летать по низким ценам. И на тот момент авиакомпания Air Astana, она единственная, кто своими силами это сделала и открыла. И здесь, конечно, больше социального характера. То есть мы предлагаем возможность пассажирам летать. Естественно, поднимаем социальный климат, лучше его делаем для народа. Да? И по показателям можно сказать, что вот внутренний пассажиропоток в Казахстане за последние 6 месяцев, так скажем, да, ну, за октябрь могу сказать, на 36% увеличился по сравнению с прошлым годом. Во всех регионах, куда полетел Flyer Astana, пассажиропоток увеличился.
Что это говорит? Что мы действительно привлекли новый пассажиропоток. Мы привлекли новых пассажиров, которые всегда летали, которые не летали, простите, или использовали самолеты, поезда, такси, которые не могли себе позволить летать. А сейчас они летают. И в этом счастье, как говорится, в этом красота этого проекта, что вы не поверите, сколько у нас пожилых, молодых. Между прочим, средний пассажир у Flyarstan – это молодая девушка, моложе 35 лет. И почти 11% у нас – это дети. Если сравнивать, например, с Flyarstan, я в Flyarstan очень много проработала, да, там совершенно другой профайл пассажира. Здесь у нас очень много детей, очень много пожилых. То есть даже видно сразу, что это действительно проект для народа. Обычные люди теперь могут летать. Жанар, Казахстан, Тимиржалы расстроены появлением Flyarstan? Или конкуренции с железными дорогами нету? Просто вы сказали о том, что, я так понимаю, все-таки есть некое перетягивание, переход пассажира с железнодорожного транспорта к Flyarstan. Как-то это прокомментируете? Могу сказать, что у нас по Казахстан, Тимиржалы всегда была такая ситуация, что у нас не хватает, то есть спрос превышает предложение, что высокий сезон, нет билетов, да, что это постоянная проблема, что люди не могут добраться с точки А в точке Б. А потом, учитывая территорию нашей страны, люди добираются из Алматы в Уральск по 3 дня на поезде. В общем, я бы сказала, что мы, наоборот, комплиментировали бы, да, вот этот спрос. Ясно. Тогда, что касается, вот вы неоднократно говорите, что авиакомпания, и мы так называем авиакомпания, но все мы, как бы, если говорить авиационными терминами, мы понимаем, что Flyarstan не авиакомпания, имея в виду, что Flyarstan нет своего сертификата эксплуатанта. Но я слышал, что такие планы по получению своего сертификата эксплуатанта, они все-таки есть. Эти планы на сегодняшний день актуальны? Будете ли вы настоящей авиакомпании с точки зрения самостоятельности и наличия своего сертификата? Или такой задачи сейчас она как бы не стоит на повестке дня? Нет, задача стоит, и в планах уже в следующем году получить свой код эксплуатанта и летать под своим кодом. И это в планах. И над этим работа уже ведется и уже началась. Почему как бы принято такое решение, учитывая, там, вы лучше меня знаете, пример Бутаэрвейс и Азала, там такой речи не идет. То есть в чем здесь как бы идея? Зачем Flyarstan свой сертификат эксплуатации? Потому что в различии операционной деятельности двух авиакомпаний, как я уже сказала, специфика работы лоукоста, она немножко отличается именно в оперативке, да, то есть там свои требования по наземному обслуживанию. В общем, там идет разделение потоков, да. И, соответственно, ну, это правильнее иметь свой код эксплуатанта. Это будет намного правильнее. По парку воздушных судов мы как бы знаем о планах, я не буду прям уточнять. Единственный у меня вопрос, Flyarstan будет получать самолеты не из парка Аэростаны, а самостоятельно работать с лизингодателями, производителями воздушных судов? В Flyarstan, да, это случится. В 2020 году у нас увеличение флота, значит, от 4 до 10. И 7 из этих, значит, 7 самолетов из 10 нам будут доставлены мезеринская компания Air Astana. Остальные самолеты мы будем искать самостоятельно. Жанар, я так правильно понимаю, что железно выбран тип А320? То есть, возможно ли здесь какие-то расхождения? Может быть, А321 вас интересует большая емкость? Или вы уже понимаете, что вам нужны самолеты с меньшей емкостью, но А319? Смотрите ли вы уже на ремоторизированные версии А320 Neo? Или сейчас это как бы не по карману? Сейчас вы только раскручиваетесь? Что касается портфеля флота нашего, как я сказала, но сейчас мы решили для себя, что это будет однотипный тип, это Airbus 320 с конфигурацией 180 кресел. Для лоукоста важно иметь, конечно, если мы имеем борт, то он должен быть однотипным, да, то есть флот. Это очень важно из-за расходов, из-за тренингов там, да. И мы решили, что Airbus пока вот самый оптимальный вариант для развития лоукоста в Казахстане. Возможно, будут какие-то изменения, но на сейчас я комментировать это не смогу.
пока у нас в планах использовать Airbus SEO классический, который переходит также с компании Air Astana. Как вы знаете, Air Astana себе закупает Airbus Neo. Они заменяют все свои классические на Neo, а классические Airbus переходят в дочернюю компанию, к нам. Хотел еще задать вам вопрос про каналы дистрибуции билетов. То есть есть ли здесь различия между Flyer Astana и Air Astana? Там, я не знаю, может быть, для вас первично продавать, если это уже есть, я не изучал, через интернет-сайт. То есть как вы видите дистрибуцию своих билетов, учитывая, что вы будете летать в регионы Казахстана, я в них никогда не был, был только в Астане. Насколько там проникновение интернета есть? Готовы ли молодые женщины, которые летают чаще всего, покупать через интернет? Будут ли у вас свои кассы, или они, может быть, совмещенные с Air Astana? Расскажите чуть вкратце об этом. 80% наших продаж проходят через интернет. Да, то есть то ли это поисковики или наш собственный сайт, в совокупе это 80%. Только 20% проходят через, так скажем, традиционные каналы, туристические агентства, да, и наш, через наш контакт-центр. В целом стратегия по дистрибуции, она должна быть простой, без посредников, так как это, опять-таки, удораживает цену, да, то есть посредничество. И здесь в России также мы планируем, что основная часть, значит, потоки по продаже билетов будет проходить через интернет. Ну, в России тоже развиты онлайн-поисковики, онлайн-тревел-агентства, и мы с ними сейчас ведем активную часть своих действий и сотрудничаем. И надеемся, что здесь будет так же. Жанар, завершающий вопрос по теме Flyer Astana. Чуть расскажите про международную маршрутную карту. Насколько я понимаю, скоро жители России смогут воспользоваться услугами Flyer Astana из аэропорта города Жуковского. Каких еще новинок в международной карте Flyer Astana ждать? Я знаю, что были консультации с руководством аэропорта Манас. То есть каких новинок международных ждать, и почему вы решили начать полеты международные именно с России? Ну, почему с России? Потому что, я думаю, очень очевидно, Казахстан и Россия – это у нас очень тесные экономические и все связи между Казахстаном и Россией, да. Что касается других рынки, в планах, конечно, развить Центральную Азию и страны Кавказа. А если стратегически смотреть, то мы рассматриваем города в радаре полета 4 часа и меньше. То есть мы, очевидно, что если мы начнем летать на дальние полеты, то там экономика рейсов чуть другая, и мы не хотим для себя ставить эти задачи. Поэтому, как говорится, в фокусе все потенциальные города вот, СНГ в радиусе 4 часа полета. Что касается других городов России, да, у нас есть, были пару встреч, и сейчас поступают к нам предложения с городов таких, как Самара, Сочи, Нижний Новгород, Казань. Ну, все зависит от того, что какие коммерческие условия мы получим в этих аэропортах. Это, как говорил, очень важно. Ну и внутри себя, как мы решим, как мы хотим дальше развиваться. Будете ли, я уточню, подвоз пассажиров в интересах Air Astana? То есть Air Astana же как бы реализовывает модель как некой транзитного перевозчика, да? Там через хабы в Алмате и Астане между Юго-Восточной Азией, там и, например, европейской частью России. То есть в этом вопросе Flyer Astana будет помогать и подвозить пассажиров для Air Astana? Или как бы не стоит такой задачи? У вас как бы своя модель, вы ее реализуете, ей следуете? Flyer Astana будет вести такую модель, и у нас будет код-шер, и после получения своего кода это станет возможно технически интегрироваться. В планах уже у нас определены уже маршруты, под которые будет у нас код-шер Interlines Air Astana, и это в планах на 2020 год. Я понял, Жанар. Завершающий у меня вопрос. Насколько вообще полезны такие мероприятия, как форум «Крылья будущего»? То есть вот сегодня уже второй день проходит. Использовали, провели это время? Нужны ли такие вообще мероприятия? Для чего вы приехали? Я могу вам сказать более того. Они не только нужны. Людей нужно прям обязать сюда приезжать. Я столько получила информации. Обмен опыта – это
учитывая уровень спикеров, да, уровень подготовки, и как открыто ведется диалог, и какие поднимаются проблемы отрасли, я для себя открыла просто очень много вещей. Спасибо вам большое за общение. Мы, естественно, и вся редакция авиатранспортного обозрения желает успехов и лично вам, и проекту Flyer Astan. Спасибо вам большое. С нами была Жанар Жайлауова, директор по маркетингу и продажам новой и амбициозной авиакомпании Flyer Astan. Спасибо, Жанар. Спасибо.